Вечером в пятницу водитель «Шевроле» «Ланос» угодил в кювет. Как установили инспекторы ДПС, водитель иномарки не справился с управлением автомобиля и выехал на обочину, после чего машина перевернулась в кювет. Водителю помощь медиков не понадобилась, а вот его пассажирка получила серьезные травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия на водителя были составлены административные материалы за неиспользование ремней безопасности, а также за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Помимо этого, в центральную городскую больницу была доставлена пассажирка данного транспортного средства с многочисленными переломами. Ей было назначено стационарное лечение. А вчера в районе 9 вечера по улице Березовой водитель автомобиля «Део Матис» наехал на газовую колонку. К месту происшествия выехали 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС, а также сотрудники полиции и бригада скорой. Однако помощь последних не понадобилась. В результате ДТП никто не пострадал.